Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и сегодня я хочу посмотреть на такую игру, как Brute Force, она называется так, по крайней мере. Вот. Игра эта в 8-битном стиле, нажимаем старт. Press fire to continue, я не знаю как, fire, enter может быть. Join game, жми A, ну давайте A. Press fire... Блин, надо было посмотреть. Я что-то нажал, черт возьми. Я даже не понимаю, что происходит. Так, друзья, в общем, играем мы за Рэмбо. Рэмбо вперед. Игра эта, которая очень... Ох ты, боже ж ты мой. Видимо, не нужно было нам мост. Погнали. Рэмбо. А, он карабкается. Так, Америка. Это кто? Мы спасли... А это теперь... Терминатор, мать его. Черт возьми. А это не терминатор, это команда. Так, подождите, мы снова разблокировали Рэмбо. Но... Так, подождите-ка. Умрите. Вертолет, погнали. Ну, слушайте, такая достаточно активная игра. А, и при этом тут на скорость прохождения, то есть... Необходимо разблокировать постепенно уровень за уровнем. Черт. Черт. Ну давайте еще раз. На ноже ползет. Так, давайте-ка мы. Ничего себе. Нас убили с одного раза. Ну, в общем, это игра о героях. О героях разных времен. То есть тут есть, как видите, команда. Тут и есть. Ох ты, черт возьми! Это из команды А. Из команды А, нигер. Помните? Охренеть. А это кто? Это опять. Опять Рэмбо. Ну вот этот я не знаю, что за борода. Потому что я думаю, что это... Блин, ну не Чак Норрис, что ли? Блин, похож, конечно. Хотя... Очень странно. В дерьмо просто выносим их всех. Полетели! За независимость! Слушай, ну такая активная игра, надо играть на джойстике, потому что на клавиатуре не очень удобно. Вот, а так в целом на джойстике... О, команда А. Слушайте, мы можем просто... Ходить вот так вот. Уровень проходить. Но, видимо, неудобно. А это кто? Press to fire. Так, тут у нас кто? Опять Рэмбо. Все разрушается, все прикольно. Игра находится на стадии бета. Тест, по-моему, сейчас. Подождите-ка. Так, подожди, давайте спасем. Кто это? Чак Норрис, мать его, Чак Норрис. Босиком и... Босиком, мать его, Чак Норрис. Слушай, тут, ну, несколько героев. Это, несомненно, круто.
И все разрушается. И так круто, черт. Поехали отсюда. Прикольная игра, мне нравится. Даже показывает, скольких мы убили и каким образом. Погнали дальше. Тут есть, кстати, терминатор, по-моему. Ой. И играть можно с друзьями. А это кто? А, опять. Команда. Слушайте, это шахиды, они пытаются... Еще взрывается ведь. Боже, нас убили. А, то есть когда мы убиваем и при этом не берем каких-то новых, то нас периодично закидывают. Ну, то есть персонаж меняется. Как бы видите, мы умерли полностью, у нас закончился цикл всех персонажей, которые у нас есть. А вот это, на самом деле, я не знаю, кто такой. Курочка. И чё? Ладно, погнали, чё ж. Он все взрывает так. Мать его. Ну, крепкий орешек, мать его. Тут, говорят, робокоп есть. Так, секундочку. Хардкор! А теперь... Рэмбо! Блин. Блин, сами себе замочили. Вот этот, не пойму кто. С бородой. Вот честно. Таран-таран! Убираемся отсюда! Бабак, еще бомбануло. Прикольная игра. Мне нравится. Ну такая, знаете, убить время. Ух ты! Это, мать его, Блейд. С Блейдом прикольно, кстати. Горите! Так, терминатор. Ну, не терминатор, а команда. Охренеть, даже большие боссы тут есть. Ого, как, смотрите, как шмаляет. Тишина такая. Затишье перед бурей. Бомбануло так бомбануло. Ну, это... Так, подожди, давайте высвободим, кто это? Ох ты, Рэмбо! Yeah.
Это типа босса, да, наверное, грузовик. Нет? Блин. Мы вообще раскирачили все на карте. Эй! А как нам теперь-то попасть? Куда надо? О! Я думаю, мы зафейлили миссию. Слушайте, можно проходить очень быстро эти миссии. Вон, всех перерезали аж. Это круто. Бабах, еще подорвали. Давайте дальше. Блин. У нас ноль жизней. А, ну вот это, то есть жизни мы подбираем, я понял. Судья Дред. Судья Дред, мать его. Мы поддохли, короче, сами себя самоликвидировали. Там кто у нас? О. Блейд. Судья Дред. Вперед. О, я могу управлять это. Самоуправляемая ракета. Это прикольно. В дерьмо. Просто огромного парня. Давай. Подожди. Команда. Ну вот этот, не знаю кто. Может, святые из Бундока или еще кто-то. Ну вряд ли. Вау, босс. Что, надо подбить вертолет? Люди в черном. Мы разблокировали. Мать его. Нифига, он шпарит. Да? Ну это типа босса, я так понял. Так. Ах ты, черт возьми. Ну мы погибли. Ну ладно, дорогие друзья. В общем, это очень такая забавная игра на самом-то деле. Тут, в общем, много всего интересного. Уровень дезматч есть, все есть, короче, в этой игре почти есть все, даже